Дорогие друзья, ассаламу алейкум, вот вам дагестанский лайфхак. Это моя жена. Чего ты хотела? Я хотела больше времени проводить с подругой. Правильно. Я решил твою проблему? Решил. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат. Подруга ее. Джулил, я не это делаю. Сакинат, добро пожаловать в семью. Ассаламу алейкум. Просто посмотрите, что происходит. Чем так пахнет? Блин, Джалин, посмотри, что она сделала. Это она сделала, это она их сожгла. Так, я, кажется, знаю, чем пахнет. Пахнет третьей женой. А, нет, Джалин, слушай, нормально. Серьезно, за что вы говорите? Конечно, я...